Надо покрыть разницу в тарифе, чтобы люди дальше получали газ по 4,30 для всех и для всех экономических агентов. Почему? Потому что если это не произойдет и будет только определенным категориям, то сразу будет гиперинфляция и пойдут цены вверх по всем категориям. Сейчас, по нашим подсчетам, 80% из доходов семьи и семейного бюджета уйдет только на энергоресурсы. Что остается на потребление? Что остается на еду? Это приведет к тому, либо кризис неплатежей, либо сразу снизится потребление в Молдове. Потребление, если снижается, это сразу проблемы у производителей, потому что они не продают товары. Это сразу рабочие места закрываются, это не выплата бюджета, идет все по кругу. А что означает, если мы не будем компенсировать часть роста тарифов для экономических агентов? Кассерный завод, к примеру, который делает концентрат для экспорта из яблок, который сейчас много в Молдове. Если мы им не поможем разницей в тарифе, они становятся неконкурентоспособными со своим товаром. То есть свой товар намного дороже сразу из-за тарифа на газ. И он не сможет продавать нигде. Am încercat să luăm legătura cu serviciul de presă al guvernului pentru a-i cere un comentariu la acest subiect. Nimeni însă nu a răspuns apelurilor noastre.